Гражданин Антон Сергеевич, генеральный директор ООО «Фордолинд». Маячный, Трудфронт и Главный банк. Сейчас сильный ветер идет в связи с резкой сменой погоды. Да, не секрет, что вчера было плюс 10, сегодня ночью уже до минус 15 обещают. Но резкая смена погоды, она всегда сопровождается сильным ветром. Из-за этого сильного ветра паромы не могут работать, потому что их может снести сильным ветром приложить, и, соответственно, будет угроза для машин, людей, кто будет в пароме. Поэтому ветер спадет, паром продолжит дальше работать.